Частый вопрос, Евгений, есть ли у меня навыки к изучению хиромантии? На самом деле, я как-то писал статью о 7 основных признаков хироманта. То есть, конечно, это не какой-то один знак, нету такого знака хироманта. Это набор признаков на руке, которые свидетельствуют о том, что вы очень дипломатичный, тактичный человек, со сложными, может быть, какими-то узорами на пальцах, которые говорят о том, что вы интересуетесь психологией, поддержкой других людей. Для вас важно разбираться в трудных ситуациях, вы склонны к мелочам, вы желаете помочь. Также есть интерес к эзотерике, психологии, к развитию интуиции. Вот если все это есть, скорее всего, ваш интерес к даже вот этому видео сейчас, он не случайен. Поэтому советую над этим задуматься, и, возможно, действительно хирология в будущем станет вам помощником классным в жизни, и вы сможете разобраться не только в своей руке, но и научитесь помогать другим людям. На самом деле хиромантия не так уж сложна, как кажется. То есть надо просто понимать общие принципы, и здесь не нужно заучивать чего-то. Тут важно просто понимать, за что отвечают линии, куда они движутся, ну и понимать отдельные параметры ладони. Все это складывается в единую картину. Мы можем сказать, что это некая такая мозаика из отдельных пазлов должна образовать картину. Как эта картина выглядит? Но вот если общими словами рассказать, вот ваша рука, она показывает некий автомобиль, с которым вы пришли в этот мир. И мы можем взять этот автомобиль и разобрать по запчастям, посмотреть, что там за двигатель, с какой скоростью этот автомобиль едет, какого класса этот автомобиль, насколько комфортно. Также и по руке мы понимаем, с чем человек пришел в этот мир. Здесь есть те линии, это как некие дороги, по которым едет ваш автомобиль. И мы можем понять, очень много ли там дорог, то есть, соответственно, много ли выбора в вашей жизни, или все строго задано. Можем благодаря времени понимать, где изменения и развилки на этих дорогах, куда вы поворачиваете, где, когда происходят у вас важные выборы, судьбоносные, да, поэтому это важно знать. Если мы присмотримся, у нас есть узорчики на пальцах, они показывают определенные цели и задачи. И вот эти моменты, к сожалению, и к счастью, они фатально неизменны, узоры на пальцах никогда не меняются. И они показывают общую программу, через что мы проходим в этой жизни. Они показывают в виде сильных узоров таланты, то есть к чему у нас главные таланты. Вот если мы ищем, например, призвание, предназначение, мы должны опираться на те самые сильные узоры, которые у нас стоят. Слабые узоры – это, соответственно, уроки, зная или не зная, которые мы все равно будем проходить. Поэтому очень важно научиться понимать, за что отвечают параметры на ваших руках. Если у вас самостоятельно не получается с этим разобраться, напишите мне, я провожу консультацию и лично, и дистанционно по фотографиям, я пришлю вам инструкцию, как сделать так, чтобы все было видно, и мы полностью разберем руки по всем направлениям жизни. Пишите, буду рад вам в этом помочь. До встречи!